Вводные и ориентировки получены. Пора на дежурство. Кража, разбой или драка. Никто из полицейских не знает, что их ожидает в этот раз. Поэтому сотрудники ППС готовы ко всему. Доехать как можно быстрее до места преступления и вовсе предотвратить его. Вот их главная задача. Административные правонарушения, уголовные правонарушения, семейные скандалы, ссоры, драки. И каждый день по-разному бывает. Есть дебоширы, есть хорошие люди. На вызов приезжаем всегда по-разному. Есть понятливые люди, есть сразу скандалят люди. Патрулируя город, экипаж накручивает за дежурство десятки километров. Поэтому спецтранспорт здесь как верный напарник. Машина и до пункта назначения доставит и нарушителей закона, довезет до участка. В отсек для задержанных встроена специальная капсула, где помещается два человека. Сиденья достаточно удобные, есть ручки, за которые можно держаться. Также в капсуле установлена камера видеонаблюдения, чтобы сотрудники по монитору могли наблюдать, что же происходит в этой капсуле. Дверь закрывается у нас на три замка. С моим ростом мне пока что здесь достаточно комфортно, но побывать здесь мы никому не советуем. Пока автопатруль едет на очередной вызов, мы знакомимся с работой пешего наряда ППС. В зоне ответственности этих сотрудников полиции вся территория парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Они не только следят за порядком, но и в любую минуту готовы оказать гражданам помощь. Быть в какой-то степени психологом – тоже задача полицейского. Уважение к каждому, способность выслушать и по возможности помочь. ППС – подразделение, которое ближе к людям. Стараемся, чтобы было все спокойно. Люди приходят, отдыхают не только с Черкесска и не только с Карачаева-Черкесии. Очень много приезжих с соседних республик, с России приезжают, отдыхают люди. Все довольны, уезжают. Никаких инцидентов не бывает. Бывают у нас мероприятия, когда уже мероприятие, когда численность людей возрастает в разы, то к нам уже поступают дополнительные наряды. То есть как бы подкрепление идет. И вот так изо дня в день. Наряд за нарядом. Служба идет, а город спит спокойно. Они – невидимые герои улиц, стоящие на страже правопорядка. Они – сотрудники патрульно-постовой службы. Юлия Житная, Радомир Князев, Архыз 24.